Андрей Игоревич. Я. Позвольте вам представить. Будьте любезны. Нашу гостью. Так. Анна Ивановская, тренер по ораторскому искусству. Здесь надо задуматься. Между прочим, сейчас нам сделают замечание. Здравствуйте, уважаемая Анна. По технике речи и ораторскому искусству. Это не одно и то же. Это разные вещи. А расскажите, в чем разница? Что такое техника речи? Техника речи – это дикция и постановка голоса. А как вам, кстати, наша? Ничего, в принципе. Прислушиваюсь. Нормально? Зачем ты спросила? Мы могли до этого жить в неведении, и все бы было бы хорошо. Ораторское искусство – это публичное выступление, это язык тела, это самопрезентация, это работа с аудиторией, это ответы на неудобные вопросы. То есть техника речи отвечает на вопрос. Как я говорю? Угу. Ораторское искусство – что? Проанализируйте наши, так сказать, позы. Верни назад все, как было. Я в закрытой сижу. Объявите позу. Что именно вы хотите проанализировать? Я вот не знаю, что можно проанализировать, глядя на нас. Как вы сидите? Да. Вы знаете, поза всегда зависит от того места, где вы находитесь. То есть в одной и той же позе можно сидеть и в баре. Если в темном переулке, то так это нормально. Это замечательная вообще, сидеть, самая лучшая поза для темных переулков. Если брать нормы этикета, то, например, в деловой коммуникации, да, нежелательно сидеть. Я сейчас по-хамски сижу, да. Ну, вы же сейчас специально так сели, вы же до этого по-другому сидели. Так. Да. Вот, поэтому с точки зрения вас, ну, если вы по-настоящему будете так сидеть, конечно, это не самая лучшая поза для переговоров. Что, женщина оскорбится, встанет и уйдет. Нет, скорее женщина оскорбляет американский стиль, позы американской четверки, когда мужчина кладет пятку одной ноги на колено другой ноги и получает... Это вот так? Да. Ну, вот это, да? Да. Ой, вот, свинство. Вот эта поза, да, она считается, ну, то есть, понятно, что это поза переговорная и для мужского темперамента. Кстати, не скажи, что это сильно удобно, я хочу сказать. Это поза доминирующая. А, да? Да. Ну, то есть, допустим, у меня однажды... Да, на индивидуальном обучении учился юноша из Америки. И он вот именно так, то есть для него это нормально вот так сидеть, да? Норма. Вот, но потом как-то он, видимо, посидел немножко, потом подумал, не, наверное, не стоит так сидеть перед дамой. Да, с точки зрения женщины, эта поза хороша, но я не вижу, к сожалению, за пуфиком, что находится, да? Ноги. Если... Нет, я понимаю, есть. Если вы хотите сидеть в такой позе, ну вот давайте я сейчас со своими бесконечными ногами сяду здесь. С какой гордостью, да, сказала? Добить захотела. Нет, просто я в этой позе никогда не сижу в туфлях на каблуках, потому что эта поза считается очень эротичной. То есть, посмотрите, насколько у меня сильно загнулась юбка вверх, да, и насколько... Ну, это я сейчас села как нужно. Нет, просто это у кого длинные ноги, а у кого, в принципе, нормальные, среднестатистические ноги. Тут дело абсолютно не в ногах, а в том, что есть некоторые точки, которые... Ну, скажем, отключают мужчин от логического и переключают на эмоциональный. Я пока держусь, чтобы знать просто. Ситуация пока в порядке. Это колени. Если особенно девушка начинает проветривать туфельку, это вообще сводит мужчин с ума, потому что женский подъем. А если я буду туфельку проветривать, очень красивый подъем. Удержитесь в проветриваемый кет. Да, мы постараемся удержаться. Вот, поэтому вот эту позу в деловом общении я никогда не использую, потому что я, ну, например, находясь на переговорах... Я все знаю о своих ногах, да? ...с компанией мужчин, я выбираю путь логического, а не эмоционального, скажем так, давления на мужчину. Да, поэтому я вот так на переговорах сидеть не буду. Но если я в брюках, это позволительно, в принципе? В принципе, да, но видите, я вот хочу вам, почему стала показывать, то есть нормы этикета допускают на грани возможного поза, чтобы ноги были вот как... Вот как вот так сидите, так вот так. Угу. Конечно, вместе, короче. Да, да. Ножки то есть, вместе, то есть желательно, чтобы они там нигде не летали. Ножки вместе, туфли врозь. Можно и так сказать. Но, в принципе, в деловом общении я такую позу не очень люблю. Мне кажется, вот это гораздо более как-то... Открытые сексуальности. Да. Вот. Это? Да. Ну, это же ноги, а куда же мне их деть? Это же ноги, действительно. Куда же мне их деть-то? Отстегнуть надо было, оставить до эфира. Стать дома. Да, прийти, так. Прийти, да. Так, хорошо, если не так, если, допустим, я была бы на каблуках, в юбке, значит, что? Вы знаете, я могу сказать, что даже без каблуков, то есть зачастую, когда у меня тренинги по 5-6 часов, я в таких каблуках не могу стоять. И поэтому я прихожу на плоском ходу, и даже на плоском ходу вот так вот я сижу. То есть эта поза, в принципе, с точки зрения женского этикета... Вы знаете, ну, краситься дело тоже привычки. Неудобно с утра, и мыть голову, и делать прическу, вообще да? Неудобно.
Давайте я вас научу. Хотите, можете сесть рядом со мной. Я пока займу абсолютно открытую... Открытую позу наблюдать. У нас такой подъем, вы хореографией занимались? Да. Все, они уже подружки, они уже телефонами обменялись. У меня вот так никогда в жизни не получается. А вы гимнастка, да? Нет, я тоже танцевала. Пошла движуха, видите? Сейчас, я оденусь, подождите, так. А ты у нас гимнастка. Вам куда удобнее, да? Можно в левую сторону? Мне никуда не удобно. Ну, подождите, сейчас я думаю, что вам я сейчас будет удобно. Так, значит, колени по центру, потом так. Сдвигаем немножечко в сторону. Вот. И ноги вытягиваются. Чем дальше вы вытянете ноги, тем длиннее они будут казаться. Да. И дальше, в принципе, можно сделать вот так. Вот это еще вот куда ни шло. Подождите, я тоже как я сидела? Что вы там? Вот так. Андрей, да? Тебе не надо, тебя вот. Не за того примут. Я здесь уже. Зачем это делается? Очень простой с точки зрения логики и рассуждения. Так. Когда я сижу... Вот так? Если... Я тебя как будто волной на берег выбросила. Как кита. Если я сижу, и у меня колени прямо, так. Прямо туда на оператора, mm-hmm. то видно то, что у меня находится под юбкой. То есть в любом случае из-за натяжения юбки, так. Да, это так. Все видно. Поэтому с точки зрения этикета, чем сидеть вот так вот мне прикрывать, mm-hmm. да, мне проще сделать вот эту диагональ mm-hmm. и вывести вот этот вот угол mm-hmm. в неудобную часть, да. Так. А дальше ноги вытягиваются так, как вам удобно. То есть смотрите, вот эта попа у меня практически висит. Вот это. На этой попе я... На этой попе я сижу. Хорошо, что вы с собой две взяли. Так? Да, на всякий случай. Да? Затолкала туда. Вот. И центр тяжести я сношу немножечко вот сюда. Угу. И мне, в принципе, я могу так сидеть 5 часов. То есть просто тут надо подумать, в какую позу поставить кончики. Смотрите, у меня, видите, у меня сейчас кончики ног. Кончики попы? Это кончики ног, да. Это я про стопы хотела. У меня сейчас очень высокий подъем, но если бы я сняла обувь, то у меня было бы... То есть я обычно сижу в той же позе, просто нога находится, ну, вот так, как бы. В данном случае просто на полу. Вот. Что я вам хочу сказать? Все равно хочется сесть вот так в итоге. Тогда давайте сядем вот так. Всех мучений. Но это очень сексуально. Я не знаю, это прям, ну, очень. Ну, давайте я вас тоже вот сексом поманю. Да? Нравится, девчонки? Держитесь там еще. Как обаять незнакомца? Может быть, такая у тебя, такая у тебя цель? Ну, по работе, например. По работе. Вот встречаешься по работе с человеком первый раз. Да. И нужно тебе произвести на него благоприятное впечатление. Как это сделать? Это такой обширный вопрос, на него можно отвечать около 2 часов. Давайте сузим немножечко до вопрос. 2 минут? Нет, сузим вопрос более конкретно. Давайте сузим вопрос и глаза вверх. Не знаю, что сказать. В рамках какой дисциплины мне отвечать на ваш вопрос? В рамках ораторского искусства, в рамках актерского? 3 часа. Есть у вас? Есть время в эфире? Ну, ребят, вы там пока сходите, там позавтракайте на работу, увидимся вечером, мы туда пока начали. То есть с точки зрения каждой дисциплины, которую я преподаю, есть свои какие-то моменты. С точки зрения голоса, да, голос должен быть более мягким, более приятным. Я это называю сервисом, когда вы приходите в компанию, и с вами, вне зависимости от того, что вам говорят, с вами говорят очень доброжелательно, так, как будто вы друг, как будто вы лучший друг или вообще... Ой, ну с этим тоже так иногда перебирают. Я недавно был об одной такой компании и находился. И там девушка через каждую, я понимаю, что это правильно обращаться к человеку по имени. Но я сел напротив нее и говорит: а, здравствуйте, Андрей. Андрей. Скажите, пожалуйста, Андрей. Нравится ли вам Андрей, как мы сейчас с вами разговариваем? Андрей. Какой я говорю, Андрей, спасибо Андрей. Большое. Но это уже как-то за нами. Да. Ну, с точки зрения мобильных операторов, я думаю, что у них это просто скрипт, в котором нужно, то есть их прослушивают и потом оценивают качество. Поэтому там нужно действительно очень часто называть человека по имени. Кстати, это является вторым секретом, потому что когда я обращаюсь к человеку и знаю, как его зовут, для него имя – это самое ценное, что есть, самое прекрасное сочетание букв, потому что это имя, оно с самого детства принадлежит человеку. И поэтому, когда я говорю по имени, я же могу не чистотой взять употребление имени, а, например, сделать паузу, посмотреть в глаза, улыбнуться, сказать: «Анна, какое у вас красивое имя». Девчонки, общайтесь тогда дальше. Ну все. Нормально. Подружки. Его зовут Андрей, если что. Да я знаю, что... Ой. Это гомущин. Вот. Поэтому имя – это второе. Дальше язык тела. Очень многие люди, когда слушают, особенно если, например, ко мне пришли в офис, и я занимаю какую-то должность. Причем неважно, я супер-супер-супер главная, или я просто только вступила в пост. Многие люди немножко начинают этим злоупотреблять. То есть они...
ну, как-то ведут себя, показывая человеку, насколько он ниже по статусу вот или это, там по... Вот это вы имеете? Ну, в том вот числе. В том ну числе. Что, ну рассказывай дальше, продолжай, я пока кроссворды почитаю. Да, поэтому, когда я с точки зрения тела рассказываю, разговариваю с человеком, мне очень важно показать свое расположение к нему. Расположение в чем проявляется? Наклон корпуса. Улыбка. Если не улыбка губами, зубами, да, mm-hmm. показывая зубы, то улыбка хотя бы глазами. Еще очень важный момент, он в психологии называется правило пупка. Когда, вот Андрей вам, вы мужчина видный, мужчина спасибо. Красивый. Хорошо идете. Это пошла какая-то новая хитрость. Вы, допустим, приходите куда-то в... Ну, какую-нибудь вечеринку, да? Я жду, когда появится пупок мне, вот я пупок. Уже... Тут появляется пупок. Да, так. И бу-бу-бу. Вы увидели двух очаровательных девушек. Так. И вы общаетесь с двумя. Да. И как можно понять по девушке, выражает она вам симпатию или нет? Хочет она продолжать с вами общаться ну, или не нет? Не знаю, там, поехали ко мне. То, скорее всего, заинтересованы. Да, вот эти варианты. И вот смотрите, допустим, вот если я сейчас с вами сижу, да? Мой пупок направлен на вас. Боже мой. И в данном случае мне интересно с вами разговаривать. Mm-hmm. А когда я сижу и пупок говорю, да, Андрей, очень интересно, да, очень. Mm-hmm. И сама такая уже. То есть мое тело уже ушло, а голова из приличия еще смотрит на вас, да? Вот так. Вот это нужно запомнить. То есть если вы хотите установить с человеком доверительные отношения, да, то вам нужно в первую очередь увидеть, насколько он сейчас готов, насколько его тело готово вас сейчас воспринимать. Mm-hmm. Вот, поэтому... Мое тело не готово. Почему же не готова? Очень даже вот Андрей сейчас слушает. Анна в физическом плане. А я здесь. Анна видела, а я-то здесь. Анна видела, как я переодеваюсь, она имела в виду физическое состояние. Не готова пока, тело мое. Ань, спасибо огромное. На самом деле, эта тема бесконечная. Мне кажется, надо нам какую-то серию организовать встречи. Конечно же. С удовольствием. Мы все узнаем. Наша новая программа «Посмотрите на меня пупком». А в гостях у нас была тренер по ораторскому искусству Анна Ивановская.